Смотри цифру. Ровно месяц остается до отключения аналогового вещания телевидения. 15 апреля произойдет переход на более качественное цифровое эфирное ТВ. Параллельно с федеральной горячей линией запущены региональные. Ее работу и другие аспекты перехода от аналога к цифре обсудили сегодня на заседании комиссии по внедрению информационных технологий. 15 марта телевизоры, принимающие аналоговый сигнал, вместо картинки покажут синий экран с двумя номерами телефонов горячих линий 8 800 220 2002 и 8 8352 26 11 11. В Чувашии помощь населению по телефону начали оказывать с 4 марта. За 10 дней работы региональные специалисты приняли более 300 звонков и оформили около 50 заявок на помощь волонтеров. Их, кстати, специально обучили, чтобы помогать настраивать приставки, которые придется приобрести тем, у кого телевизоры 2014 года выпуска или ранее. Для удобства зрителей некоторые федеральные каналы разместили букву «А» рядом с логотипом, чтобы напомнить, что их телевизор ловит только аналоговый сигнал. Для того, чтобы нашим жителям было более комфортно, особенно в сельской местности, Почта России взяла на себя обязательство о том, что почтальоны, разносящие не только, соответственно, доставляющие корреспонденцию, а также пенсию и другие социальные, и другую, соответственно, информацию, у населения принимают заявки на поставку этого оборудования и непосредственно доставляют это оборудование до непосредственно самих жителей. Настроить приставки помогут волонтеры, таких в Чувашии свыше 1000 во всех районах. Их можно пригласить или получить консультацию по телефонам горячих линий. Напомню, что 15 апреля стартует вторая волна отключения аналога. Первая прошла 11 февраля этого года. На цифру уже перешли 7 регионов России. Ярославская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Пензенская, Магаданская области и Чеченская республика.